Итак, продолжая покупки, давайте вернемся с вами в магазин Спортмастер. Я, к сожалению, ранее снимала видео, но почему-то опять у меня какие-то проблемы с фотоаппаратом, нечитаемый файл, поэтому перезаписываю данное видео. Итак, что же было приобретено в магазине Спортмастер? Давайте с вами посмотрим. Ну, давайте, наверное, начнем с новой бутылки для воды. Хочу обратить внимание, что мне очень понравился этот дизайн. Здесь, по-моему, 700 миллилитров бутылка. Сделана в Тайване. Прорезиненная, как вы видите, такая рифленая вставка в пластиковую бутылку. Я решила обновить свою питьевую систему для воды и купила вот такой вот новую бутылочку. Ну, контейнер для воды тоже можно назвать, почему нет? Так, вот, собственно говоря, вот так вот все это работает. Достаточно просто откручивается сама вот эта вот помпа пластиковая и очень удобно. Так что такой вот вариант. Давайте с вами посмотрим дальше. Я вообще хотела что сказать про Спортмастер. В тот момент, когда я решила приобрести жилет, мне пришла еще смс-ка от магазина, где было сказано, что у меня на счете есть 472 бонуса. И один бонус равен 1 рублю. То есть, соответственно, не мешкав, зайдя на сайт, я посмотрела, что там есть жилеты. И очень неплохие по качеству, по стилю. И решила заехать в магазин. Собственно, вот там же и купила. Давайте пока посмотрим, что было еще заказано в этом магазине. Это у нас носочки для фитнеса из серии Demix фирма. Две пары, две штучки. Здесь у нас цена 299 рублей. Дышащие носочки Demix, мне они очень, кстати, нравятся. Удивительно, но хлопковые носочки наиболее практичные, нежели остальные, да, всякие капрон и так далее. Итак, давайте посмотрим, что было еще заказано. И самое последнее, что было, это, естественно, сама жилетка. Она мне очень понравилась. Это новинка, новая серия, новая коллекция из линейки. Сейчас посмотрим, как называется. Мирел, кажется. Мерл. Вот. Мерл. Мне очень понравилась данная жилетка. Она достаточно приятная, тонкая к телу. Размер 44. Люк так на тело сел хорошо. Хотя, возможно, мне подошел бы 42. Но, в принципе, так как он облегает, то никаких проблем нет. В отличие от жилета, там был такой, знаете, оранжевый Outventure, который просто сидел как тулуп. Он, конечно, мне не очень понравился. Здесь также есть на рукавах вот такие вот вставочки. Они не на резинке, то есть они тоже в таком свободном крое. Капюшон застегивается прям вот под самое горло, так что вы будете защищены от ветра на все 100%. Очень приятный жилет. И уже в магазине, несмотря на то, что это новинка, из ограниченной коллекции, как я понимаю, уже раскупили практически все эти жилеты. То есть они идут очень хорошо, продаются на ура. И, соответственно, данный жилет стоил что-то в районе 4000 рублей, но при этом, использовав скидку по бонусам, то есть он мне вообще оказался на 1000 рублей где-то меньше. И это просто не может не радовать, поэтому обязательно смотрите, кто покупает в магазине Спортмастер какие-либо товары, но может даже время от времени, как я, например, да, но при этом может использовать какие-то бонусы как часть оплаты товара. Мне кажется, это вот просто уникальная система, и не опоздайте воспользоваться данным предложением.
По поводу капюшона, что еще здесь есть? Здесь есть вот такая вот штучка, которая может регулировать уровень, да, объем капюшона, но, в общем-то, он здесь стандартный. Так что вот такая вот отличная жилетка, купленная в магазине Спортмастер, и я даже считаю, что это очень хорошо, что Спортмастер вовремя мне выслал смс-ку, предупредил меня о том, что есть такая возможность потратить, и, огорчившись в пункте выдачи Wildberries с этим жилетом, да, от фирмы Steyr, я вот приобрела себе Спортмастеры фирмы Merrell. Так что идеальная покупка. Заходите, там тоже есть иногда очень хорошие вещи. Ну что ж, это были все мои покупки из магазина Спортмастер. Оставайтесь со мной. Всем пока-пока.